Итак, дорогие друзья, ванна закончена. Покажу вам все корректировки, которые доделывал я. Прошел силиконом. Все, что переделывал. Вот и снизу еще прошел. Заказчица попросила. Он дополнительно затирал. Я здесь, получается, 2, а то и в 3 раза где-то затирал. Всему вина. Были вот такие вот плитки кривые. За счет этого кажется, что здесь, например, ямка. На самом деле вот эта плитка выпирает относительно этой. То есть таких мест очень много. Вот место. Вот место. Здесь вообще волны какие-то. То есть получается... Сейчас резкость. Да что ж такое... Плитка зеркальная, резкость вообще не хочет. Снаружи на виду. Резкость. Вот так. Опа. Получается, здесь вровень, даже здесь цепляется. Здесь цепляется вверх. Здесь ровно. Здесь опять вверх. Вверх, 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 вверх. Здесь цепляется низ. Вот какая плитка. Вот, кстати, я вам показываю то место, которое я переделывал. Я уже не говорю про геометрию. Геометрия здесь жуткая. Вот, так что... Так что. Перекрестие здесь вот я попал. Но по высоте чуть-чуть ушел. Это не видно. Так, единственное, что здесь у нас осталось, это срезать силикон. Люк, чтобы открывался. Сделать это аккуратненько. Это единственное, что осталось. Вот, а так все. Не пришлось мне убегать. Все доделал. Вот, снизу все затер. Вот этот вот маленький косячок, который был, я бонусом в туалете за это сделал. Рассчитали на 3000 его. Заказчица согласилась. Я не стал скрывать, сразу показал. Кому интересно, как все здесь происходило, проходите плейлист в описании, смотрите. Много интересных моментов, над которыми есть над чем задуматься. На этом санузел ванна закончен. Спасибо за просмотр.